Береснев Александр Михайлович, Новосибирская область, Кемеровская область, в Буран. Везу сестренку Машеньку на санках в детский сад. Буран не унимается, четвертый день подряд. Пушистыми сугробами всю улицу занес. Сестренка, как Снегурочка, а я... как Дед Мороз. Смотрит в озеро мальчишка, словно зеркало вода. Вон на лбу синеет шишка, ну и что же? Не беда. У мальчишки на макушке кепка задом наперед, на щеках цветут веснушки. К сожалению, круглый год. Нос немножко загорелый, чубчик, якорь на ремне, за плечами лук и стрелы отразились в волне. Мимо ёрш проплыл неспешно, плавниками шевеля, смотрит в озеро мальчишка, а мальчишка этот – я. Домашнее задание. Все получили сегодня задание. Все проявляют в учебе старанье. Папа слова разделяет на слоги. Ветер, береза, поляны, дороги. Мама без устали делит и множит. Разве откажешь сыночку, Сережа, чтоб не обиделся ласковый внучек, стихотворение дедушка учит. Где же Сережа? Сережа ушел. Он после школы играет в футбол.